этой победы. Если бы с такой формой ты был на мире, как думаешь, ситуация бы изменилась? Ром, я думаю, да, наверное. Я думаю, гораздо выше был бы. То есть, ну, видишь, я приехал в 2018 году на мир. Мне сказали, да, ты качественный, но маленький, меньше иранца, который стал абсолютным. Мы готовили форму, то есть, ну, я не вышел жирный, как бы, да. То есть, ну да, я, может быть, не супер жесткий вышел, как, допустим, сегодня, да, но объемный большой. Я на весах завесился 130 килограмм. И мне ничего, то есть, не пояснили. То есть, дело в том, что мне не трактовали. Сказали бы, там, ты чуть-чуть надо быть пожестче или там в чем-то еще вопрос, как бы. Но никак не трактовали, сказали, все классно, как бы, но четвертый. Поэтому в этом сезоне было принято решение делать качество, максимальное качество, потому что мяса у меня хватает, мышечной массы хватает, и поэтому делали качество. Тимич, тебя уже зовут, спасибо. На сцене тебя жду.
ребята все достойные. То есть, ну, вы сами слышали, это и чемпионы, и призеры чемпионата мира, и Европы, и России, и победители. Поэтому очень сильные ребята, очень сильная конкуренция, очень классный турнир. Очень приятно находиться и быть частью этого. Тебя столько людей поддерживают в зале. Вот выходишь на сцену, чувствуешь заряд? Слышишь вообще, как за тебя болеют или только в своем голове? Нет, конечно, я слышу. Конечно, я не отключаюсь, я слышу, мне очень приятно. Каждому жму руку, каждого обнимаю. Спасибо вам большое, ребята. Без вас, в принципе, я бы был не я. Спасибо большое. Это Михаил Сазонов, ребята. Давайте еще раз поаплодируем каждому.